Ночью с 27 на 28 апреля в храме Рождества Христова города Краснодара состоялось торжественное пасхальное богослужение. А началось оно с пасхальной полуночницы, во время которой самолетом из Иерусалима доставили лампаду с благодатным огнем. Основная часть полуночницы – это чтение священником канона Великой Субботы, повествующего о погребении Христа. В конце чтения вокруг плащаницы кадят и на словах «Восстану Бо и прославлюся» через открытые царские врата плащаницу заносят в алтарь. Около 12 часов ночи в начале пасхальной утренни состоялся крестный ход, символизируя переход от мрака язычества к свету христианства, оттеняя свет воскресения Христова. Шествие завершилось долгожданным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Im Anfang war das Wort, und das Wort war beim Gott. Und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang mit Gott. В начале литургии было прочитано Евангелие на разных языках мира. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И благодать же истина Иисус Христом быть. В конце службы, после причащения прихожан, освятили особый хлеб. Он называется «артос», что в переводе с древнегреческого и означает «хлеб». Его будут всю неделю носить на крестных ходах, разрежут и раздадут людям через неделю в субботу, 4 мая после литургии, как большую святыню для укрепления духовных сил. Окропление воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогие братья и сестры, всех вас паки и паки поздравляем с этим вечно живым и радостным праздником Пасхи Христова. Хотелось бы поздравить всех тех, кто сегодня причастился святых Христовых таинств. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь. С праздником вас!